Hello, my friends. Let me introduce my bicycle. Короче, рассказываю. Когда купил сие чудо, тут были установлены вот такие вот лампочки. И они были перегоревшие все. У меня была подсветка, вернее, лента диодная. Я решил сделать подсветочку. Сейчас покажу, как я это сделал. Включаем. Если просвечивается передача, сейчас стоит на нейтралке. Включаем габариты. Опа, выключил подсветочку. Что было видно? Вот. Сделал я пересвет приборки. Ну, естественно, смотал пробег заодно, чтобы начать, так сказать, с чистого листа. Ну и вот вклеил вот здесь вот по периметру диодную ленту. Кстати, еще спидометр не работал. Я ее починил. Еще новый стоит косарь. Ну вот. Сделал, значит, еще вот сюда такой габарит. Так, вставлял вот такую ленту. Здесь у меня уже нарезаны сегменты. Это я буду делать дополнительные габариты на кенгурятник. Вот, у меня есть такая лента. Это белая подсветка. И еще у меня есть ленточка с подсветкой зеленой. Вот зеленую подсветочку я пустил на подсветочку габаритов на приборке, короче. А здесь вот эта бэушная лента, она была на кенгурятнике длинная. Я ее снял на такой двухсторонний скотч. Приклеил. Она где-то длиною сантиметров 20-25. Цельная. И сделал я ее фару. Ну вот, получилась такая приколюха. Тоже из диодной подсветки. Вот так вот пустил по кругу фары. Заменил лампочку. Вот она стоит здесь внутри. Потому что не работал дальний свет. Оказалось, что он перегорел. И вот так теперь габарит светит мощно. Мощно светит габарит. Мощно светит подсветочка. Мощно светит задний габарит. Вот. Да, я еще хочу сказать, что не было аккумулятора при покупке. То есть работало только при запуске зажигания. Не было аккумулятора. Ну вот, я еще купил аккумулятор гелевый. Купил аккумулятор гелевый. Это самый понтовый аккумулятор, как оказалось. И сделал вот такую чудо-подсветку. Ну, выглядит, конечно, вообще бомбически. Ночью едешь, прям вообще небо и земля. Вот. Сейчас, кстати, проверим лампу. Ближний-дальний, потому что только-только стемнело. Я еще как бы не проверял. Вот роса выпала. Сидушечку вот надо будет еще обшить. И бак покрасить. Так, запуск двигателя. Открываем обогатитель. И пару раз качнем. Опа, что-то он у меня едет вперед. Так. Ну-ка, что это у нас? Нейтралка. Так, нейтралочка. Нейтралочка есть. Давайте качнем. Так, вроде все. Убираем обогатитель. Пытаемся запустить. Так, подножечку сбили. Ну-ка. Еще разочек. Тоже ноль эмоций, да? Дадим чуть-чуть газульки. О, это другое дело. Совсем другое дело. Так, пробуем ближний-дальний. Так, смотрим. Вот ближний. О, слабоват, конечно. Так, переключаем на дальний. О, дальний. Ну, тоже какой-то слабоватый. Так, еще раз. Ближний. Дальний.
Да, скорее всего, надо будет поставить диодную лампочку, потому что свет ближний и дальний так себе. Ну, в принципе, он какой-то есть. Сейчас прокатимся. Вечерний прохват. Посмотрим, насколько он эффективен. Блин, такое ощущение, что габариты больше света дают. Ладно. Так, ну все оказалось не так плохо. На оборотах двигателя выше 2000, генератор работает хорошо. И поэтому светит даже очень неплохо. Ну, сейчас светит, правда, фонарь. Ну, сейчас мы заедем в темноту. Света на габаритах. Вот со светом. Сейчас включим дальний. Вот дальний. Ближний. Вот тут опять этот фонарь. Из моего дома. Вот едем. Слушайте, светит очень даже неплохо. Я, конечно, переживал, но все классно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будем снимать видосики. Будем выкладывать, смотреть. Всем пока.